Короче, приехали на тренировку. Сейчас тут будут DSL-щики кататься, мы будем смотреть. Серега тоже DSL-щик. Да, Серега? Серега не DSL-щик, короче. HPI на силовых хомутах по 200 рублей. Хуёвый, по-любому. Да? Дорогие. Вот здесь вот тоже все по дорогой школе сделано. Чтоб не протерлось. Я понял. Ну, блять, вроде аккуратный интеркулер, да? Стоит. Ну, вроде, только да. Что здесь пиздец. Фарш там называется. Роман прогревает резину. Подпрыгнул. Премьеру не полить, да я потом сполирую. Да? Я смонтирую через год. Оп! Ручником. Вообще напрямую. О, по клипику, да! Давай, второй! Ай, лучше запорол. А третий, ну и понятно, ну и третий за ним сразу. Он там понял, надо туда, типа. Вот.
Нашел я покупателя на бак с топливной магистралью и с насосом за 10 тысяч. Решил, поставлю штатный бак и в него поставлю АЕМ на 320, погружной новый. Вот так тут все подразобрал, нужно проводку в салон тянуть. В салоне тоже все разобрал. Буду ставить сюда, скорее всего, мозг за место штатного блока аэрбэга. Здесь убрал штатный аэрбэг, поставлю сюда предохранители. Место здесь по минимуму. В марке, если можно было под торпеду напихать, так напихать, а здесь не напихаешь. Сейчас буду снимать бак. Нашел еще модуль Bluetooth с мозга ВЕМС. Тоже покупать не придется. Всем привет. Сейчас иду в магазин покупать шланг бензостойкий. На улице 15 градусов. На китайских колесиках. Иду, короче, в дальзаводской магазин. Пацаны, это такой магаз, где можно по дешману купить шланги, силиконы, всякие такие вещи нужные, чтобы не ехать в АДЖС и не покупать втридорога. Можно купить здесь. Сейчас покажу. Вот он, этот магазин. Находится на Авангарде. В принципе, здесь вот даже все фитинги есть, которые нужны. Нам получается на четвертый этаж. Такие все соединения есть. Правда, не такие красивые, как в AGS, там красные и синенькие, но намного дешевле. Буду переносить из-под капота мозг в салон. Решил вот взять термоусадку. Буду перепаивать провода, удлинять понадобится. Ну а вот в общем магазин. Получается, вот. Взял, короче, 3 метра шланга. Восьмерки. Думаю, хватит. Сегодня в планах установить топливный бак и прокинуть им магистрали. Потихонечку движемся. Вот заехал в гараж сегодня показать, что здесь вообще происходит. Купил штатный мозг. Нужен ВЕМС. Ставить буду ВЕМС, потому что здесь он стоял. И на нем все было настроено. Надо всю проводку занести в салон. Все вот эти косы все перебрать, все перемотать. Потому что здесь... От 110-ка стоит коса короткая и находится в этом месте. По-хорошему это все нужно убирать в салон, чтобы это здесь не мокло, не ломалось. Эти блоки я, скорее всего, оставлю на месте. Топливный бак из багажника я продал и поставил штатный. В штатный бак засунул топливный насос АЕМ-320. Хотел выставить давление, купил манометр, прикрутил, а фитинг манометра начал бежать. Поэтому поеду покупать новый топливный регулятор АЕМ. Также поставил сапун. Приварил гофру на трассу, потому что трасса была без гофры. И когда наезжаешь на какую-нибудь кочку и цепляешься трассой, то весь натяг идет на коллектор. Пытался затянуть V-бенд, а он лопнул. Также сейчас его поеду покупать. Купил вот такой нулевик. Здесь будет маслопомойка, потом поставлю все. Пока не знаю, куда буду убирать. Думаю, блок АБС тоже убрать. Здесь он, в принципе, не нужен. Поставил радик с 90-ка. Пока на время, чтобы завести, можно было проверять. Также протянул новую косу на фишке. Потому что старая была высохшая и в плохом состоянии. Теперь вот такая. Также еще под вопросом, где будут стоять датчики. Скорее всего, вот здесь наверху. Ну, может быть, какой-то подиум под них придумать надо. Пока не знаю, когда все это поедет. Сроков пока что нету. Но я особо и не тороплюсь, потому что хочу все сделать грамотно, с правильным подходом, чтобы потом это не переделывать. Внизу тут тоже работы достаточно, надо переварить весь гейт. Он в нижнем положении, даже ниже поддона и балки. Естественно, им можно зацепиться, им даже уже цеплялись. Его надо чуть-чуть разогнуть вверх, снять поддон, выпрямить, проклеить. Кстати, с кулером решено, будет стоять вот такой кулер, ну только перевернут в другую сторону. Потому что здесь есть закладные, в которые можно прикрутиться. Это Серегин, я буду себе покупать такой же. Также я поставил редуктор 8 дюймов. Пока что заварку, потому что на блокировку денег нету. Привода тоже турбо. Здесь стоял 7,5 редуктор порванный, его я выбросил. Ну и привода. Привода, конечно же, остались, пускай будут. Когда я поставил 8-дюймовый редуктор, кардан стал упираться. То есть идет натяг подвесного. Нужно будет перенести крепление подвесного на 2 см вперед. Вообще ставят заднюю часть кардана от Altezy Gitte, там она на 2-2,5 см меньше, потому что на них стоял 8-дюймовый редуктор. На все остальные Altezy ставился 7,5 редуктор, и кардан там чуть длиннее, потому что фланец у 7,5 редуктора чуть меньше, чем фланец у редуктора 8-дюймового. То есть 8-дюймовый редуктор чуть длиннее. На Altezy это ощутимо. То есть если мы ставили на марка 8-дюймовый редуктор, то кардан оставался тот же.
На Алтезе все по-другому. Поэтому нужно будет сместить крепление подвесного на 2 см вперед, чтобы не было натяга. В принципе, шлицы в коробке еще есть, ход будет. Я думаю, что это походит, потому что есть еще вариант заказать такой кардан и ждать его, ну не знаю, 2 недели, 3 недели, и там неизвестное состояние крестовин будет. Либо отрезать от своего кардана 2,5 сантиметра, сварить и отбалансировать, но опять же по деньгам это слишком накладно выходит. Проще купить и 2 недели подождать. Так как времени нету ждать и особо денег на это тратить не хочется, будем переносить подвесной на 2 сантиметра вперед. Время покажет, будет это работать или нет. В любом случае, как бы купить кардан можно будет в любой момент. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать. Ну а сейчас я пойду покупать в магазин V-Band топливный регулятор. Ну и буду все это потихонечку ставить. Топливный регулятор не стал покупать. Намотал фум-ленты, затянул. В принципе, держит. Надо еще проверить. С покупкой особо не тороплюсь. А вот V-Band нужно точно было покупать, потому что он сломался. Стоил он 378 рублей. Ну а теперь... Началась проводка. Вот схемы. Здесь это просто я оголил. Надо убрать АБС провода, обрезать. И обрезать аэрбэк. Также разметил дырку под пайп. Буду вот тут вырезать. Получается, она будет снизу идти и сразу сюда. Здесь снизу выходить и в интеркулер. Эти трубки на охлаждение ГУРа я уберу. Скорее всего, они будут идти через низ, как было на марке. И вот сюда. Здесь также я уберу, и будет она просто идти по низу. Проводку сейчас заведу полностью в салон, то есть все косы полностью все в салон заведу, а там уже в салоне буду что-то удлинять, что-то укорачивать. Здесь очень много с проводкой нюансов есть, потому что я не знаю, что откуда. В принципе, машина заводилась, работала, но нужно все правильно, грамотно собрать, чтобы не было лишних проводов. Также здесь вот тоже обрезать аэрбэк. Процесс идет. Не стоит на месте, я как бы не снимал тут ничего. В общем, отдельно вывел вот световые приборы, все вырезал лишнее, это ТРК, АБС, аэрбэк, все повырезал. Завел сразу ШЛЗ, ЕГТ и соленоид на мозг, вот так будет в стандартную косу уходить. Здесь все это подберу, соберу. Убрал штатный блок АБС, сделаю через тройник, потому что ну, штатный блок АБС занимает место и, в принципе, не нужен на этой машине, так как он не работает. В салоне сейчас все разобрано, все подготавливаю. Вот здесь будет стоять мозг. Купил вот мозг ВЕМС, будет установлен вот сюда, в это место. В принципе, он туда заходит и аккуратно там стоит, как по штату у 90-х сотых кузовов. С левой стороны, в принципе, уже закончил, осталось перемотать, подсобрать чуть-чуть. Но вот с правой стороны чуть посложнее. Тут много очень проводки ненужной. Нужно что-то повырезать, что-то поубирать. Сейчас буду этим заниматься. Также убрал две вот релюхи здесь были в блоке. И скорее всего я сюда сделаю релюху на форсунке. То есть релюха на форсунке реализована таким вот методом. Один провод на мозг, один минус и один плюс. И этот плюс на форсунке. Через вот такое вот реле. Я его просто засуну вот в этот штатный короб, и он будет аккуратно спрятан, его не будет видно. А так он просто здесь висел, болтался. Ну и все эти сопли, все это надо собрать, аккуратно все убрать. Думаю, что игнитор я не буду убирать в салон, пускай будет под капотом, а мозг и все косы остальные занесу. Также здесь отдельно вывел световые приборы на омывайку, фишку. Она сломана, но у меня есть запасная коса, я с нее все вырежу. И вот фишки на свет. В дальнейшем надо будет переварить визгейт, поднять его повыше, потому что он висит ниже поддона. Я уже это показывал. Ну, потихонечку движемся к цели. Думаю, в этом сезоне выкачусь. С вот этими макаронами только разберусь. И все. Все, всем удачи. Увидимся в новой серии.